What are you doing? Безумные, жестокие, кровожадные. Откуда взялись монстры, заявил Визин, вы не знаете, зато точно знаете, чего от них ждать. Чтобы выжить, детективу Себастьяну Кастелланосу придется вступить в схватку с этим нечеловеческим злом. Wait, Doc. I think something's coming. Чудовища в Заевил Визин зовутся одержимыми. Это истерзанные души, жаждущие лишь одного — убивать. Безжалостные твари без устали преследуют Себастьяна, не давая ему ни минуты передышки. Боеприпасов и ресурсов постоянно не хватает, так что стычка даже с одним единственным врагом может стать для Себастьяна последней. При этом не только чудовища стремятся разорвать Себастьяна на куски. Игровой мир усеян смертоносными ловушками. Растяжки, сенсорные мины, ядовитый газ — вот лишь часть из того, что угрожает герою. Однако внимательный игрок может обратить эти механизмы против самих врагов. Одержимые убийцы и коварные ловушки — это еще не все. Есть здесь чудовища столь грозные, что сама смерть не в силах их остановить. В одной руке хранитель держит молот, в другой — мозги своих жертв. И ему достаточно одного удара, чтобы вас прикончить. Поэтому Себастьян должен действовать с молниеносной быстротой. Попав в опасную ситуацию, лучше убежать. Но иногда отступать попросту некуда. Обезвреживая ловушки хранителя, Себастьян получает возможность изготовить болты для оружия универсального применения — арбалета «Агония». Герой мастерит боеприпасы для «Агонии» из деталей механизмов. Если пули кончились, Себастьян может вести стрельбу болтами, которые пронзают врагов, бьют их током или замораживают. Враги в The Evil Within преследуют единственную цель — найти и убить Себастьяна. Каждая схватка напрягает нервы до предела. Вы должны знать, когда надо драться, а когда убегать. Примите неверное решение — вас ждет чудовищная смерть.